продажа. Сидит мужчина на вокзале с собакой. Холодно. У него несколько стаканов кофе стоят, видимо, уже дали. Рядом полиция, но хоть не выгоняют. Неужели некуда примкнуться? И строительные работы, я смотрю, еще ведутся. По идее, они должны быть прикрыты в такую погоду. Но рабочих не так много. Всем привет! 16 января, и вот это все, что осталось от вчерашнего снега. Надо добавить, что снег в Бельгии выпал не везде. Обычно около Северного моря теплее, и снег там выпадает, снег выпадает меньше. А в Льеже вчера занесло. Итак, покупки-покупочки на скидках. Пакетов много, покупок, знаете, не так много. Это то, что буквально куплено вчера. И, так сказать, сравнительная характеристика цен. То есть, какие цены на вещи в Бельгии. И за сколько можно их купить на скидках. Вчера, повторяю, было 15 января. И, насколько я поняла, в магазинах опять меняли процент скидки. То есть, начинают с 20-30. Не на все товары, не всегда. И доходят. Не обязательно, что потом скинут до 70%, или вы найдете то, что вы хотите. Ну, приступим. Кстати, здесь мужская одежда. Кому интересно, также есть. Начну с нее. Итак, начну с галереи Инна и джинсы мужские. Хочется отметить, что галерея Инна находится в крупных, во всех крупных городах или столичных городах Бельгии. И крупные города – это несколько другое понятие, как в России. И в ней собраны различные марки. Но нет таких марок, как H&M, Zara, несколько другого класса, не знаю. Или те магазины, кто в состоянии, те марки, кто в состоянии арендовать место в этой галерее. Также есть там косметика, парфюмерия, мужские и женские товары, детские и спорт. Но это как-то отдельно от галереи. Инна был, не знаю, сейчас есть, так сказать, книжный отдел и товары для дома, хозяйственные товары. Также сумки, чемоданы, обувь. Не везде много постельное белье и вот так. Значит, джинсы Ли Купер. Первая пара, вот эта серенькая, стоила 85 евро. И мы видим на этикетке зеленую этикеточку, это значит 40% скидка. Другие джинсы стоили 78,95, и также зелененькая этикеточка обозначает 40% скидку. И вот эти джинсы двое обошлись 98,97 уже с 40% скидкой. И таким образом они выглядят. Эти и вот эти. Одни серенькие, другие темно-сине-серенькие. Это хорошо, я думаю, это мой сын померил, купил, я ему сказала. Это довольно-таки хорошо.
купить за 50 евро, если попадается за скидку, купить в пределах 50-60 евро, надо хватать. Но он еще выбрал недорогие сами по себе джинсы, потому что Le Cooper есть и 100, и 110, и 120 евро. И джинсы эти были куплены в галерее Инна в Брюсселе. Следующая покупка — футболки мужские, также от фирмы Le Cooper. И каждая футболка, они одинаковые, только разный цвет. Видите, у них эффект грязной одежды. Мне не так понравились. Синие были красивее, но размер маленький совсем был. Я смотрю, здесь тоже зеленая этикетка, но взяла их с 50% скидкой. Видимо, скидку уже сделали, они перебили, насколько я помню. Синяя этикетка обозначает 50% скидку выгодно. Стоила каждая футболочка 29,95, 50% скидка. И с меня взяли 29,94. Не знаю, как они там считали. Хорошего качества. Следующая покупка из Селио. Селио, по-моему, есть в России и в странах СНГ. Это магазин мужской одежды. Такая кофта, толстовка, как у нас называют, и воротник вязаный. Цена у нее была 39,99. Это такая обычно стандартная цена кофт. Серые джинсы там стоят, от, по-моему, от 40 и повыше евро. Сильной необходимости не было покупать, но купила, чтобы было, в общем, более-менее прилично. И таких серых оставалось две. Еще там есть светло-серые, то, что толстовка, и вязаный воротник вот такой темно-серый. А этих оставалось две, все равно бы их раскупили. У меня выбор пал на несколько кофт, и я остановилась на этой. Была только 30% скидка. И купила я их за 27,99.